Привет подписчикам из Торонто. Давно не вещали с моста. Да, ну что, положение по-прежнему неважное относительно, в общем-то, того, что было когда-то. Каждый день 1500, приблизительно, больше 1000 новых случаев. В центральном Торонто только, по всей провинции 4500, по всей провинции Онтарио. Да, так что... И несмотря на разные возрастания ограничений, положение не изменяется. Все равно те же самые цифры, 1500, 4500. Каждый день. Что ни делай, вакцинация идет полным ходом. Ограничения возрастают, а количество заболевших остается на стабильном уровне. Почему? Совершенно непонятно. Все вроде носят маски, поддерживают дистанцию и так далее, моют руки, я надеюсь. Но воздух ныне там. Каждый день больше 1000, больше 4500. Вот так, одни и те же цифры. Уже закрыли въезд несущественным путешественникам из соседних провинций. Манитоба и Квебек. Посмотрим, что будет все равно. Одни и те же цифры держатся, и все. Ничего не помогает. Они не понимают, что надо закрыть аэропорт полностью. Или понимают, но не делают. Там еще ряд мер других. Да, так что, ну, по крайней мере, сейчас стабилизировано на этих высоких цифрах. Стабилизировалось это положение. 1200 каждый день вот так вот где-то. В центральном Торонто. Это стабильно идет вот так вот. И не снижается. Но вот пока хоть и не повышается больше. Тоже хорошо. Может быть, вакцинацию переломят это положение. Посмотрим. Тут еще послезавтра снег обещают какой-то. Уже май на носу. Тут обещают какой-то снежок. Посмотрим, что будет в среду. В общем, вот так вот. Такие вот дела. Гуляют. Молы закрыты. Там практически все закрыто. Только вот так гулять можно. Да. Ну, такие дела. И огромные мусоросборочные машины едут с утра до ночи. Огромные такие. Вот метрошка пошла. Что-то сегодня довольно, что-то она редко идет. Раньше как-то чаще шли. Да, ну вот так вот. Пока-пока.